Всем привет, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на своем канале. Продолжаем Евротрак Симулятор 2 и карту Германии Хайлбронн в масштабе 1 к 1. Так, значит, я взял дафика 95-го от ХБС. Очень классный даф с вот таким вот прицепом. Опять же, у нас БДФ. Вот как-то понравился мне прошлый рейс с БДФ прицепом. Я решил еще раз взять. У нас снова здесь подъемная ось. Давайте продемонстрирую. И, собственно, давайте запускать мотор, прогревать и переходить непосредственно к рейсу. Я думаю, разжевывать с дафом с этим не имеет особого смысла, так как уже все, наверное, его видели. Он вышел уже довольно-таки давно. Так, запустили мотор. Я тут хотел поставить. Думал, что здесь есть бортовой компьютер, но его нифига нет, поэтому заедем просто и уберем. Поставим обычный сисловский навигатор. Вот. Так, машинка прогревается. Ну что ж, я ни разу на этом дафе не ездил. Опять же, для меня это впервые. Так что, если что, вы поняли, да? Ага. Ну, дафик мне нравится пока что. Пока что я на нем еще не ездил. Стоим все там же в Хайлбронне. Вот, и поедем в Франкенбах. И повезем мы с вами лаванду 6 том. То есть нам будет не тяжело. Я думаю, дафик справится. 400 с чем-то у меня здесь лошадок и 16-ступная коробка передач. Немножко непривычно, конечно, будет без бортового, но я думаю, я справлюсь как-нибудь. Все-таки у меня руль, да, со мной снова. Также трекер и ручка моя переключения передач с делителем. Вот. Немножечко подкинул колхоза тут, значит, ну ничего такого сверхъестественного. Тут все рутбульчик, чтоб я не спал. Вот, давайте я буду стартовать непосредственно, только мне нужно сначала понять, что у меня тут, к чему. Так, все. Все, давайте, вторая, ручник. Ага, ага. И потихонечку стартуем. Давай, счастливо, дядька. Так, куда тут у нас? Направо. Что-то Google молчит сегодня. Телега валит нормально. Интересная у нас была загрузка на фермочке. Там коровки мычали, все дела. Транспортная компания Bring. Вот. Ребята, что хочу сказать по дафу. Значит, обновление это вышло на 1.35. Добавили новые шасси. Добавили новые шасси. Через 200 метров поверните налево. О, проснулась. Поверните налево. Я понял. Вот, и не знаю, добавили скины в этой версии или они уже были. Тут, кстати, дырочка небольшая. Хочу вас предупредить заранее, что со скинами надо быть осторожнее, потому что есть скин, называется он Сиренс, по-моему. Не берите его, у вас вылетит игра с ним. Так что я вас предупредил, на всякий случай, знаете что. С ним игра вылетит. 200 метров поверните налево. Да, поверните налево. Что ты дублируешь-то мне? Я понял. Повернуть налево, все. Базару нет. Такое ощущение, что у меня светится в салоне подсветка. Но вроде как ничего нету. Кстати, приборы очень четкие. И кнопочки все классные. В общем, дафик вообще супер. КБС красава. Да и в принципе дафик сюда вписывается. Как-то в России, конечно, можно, если взять к нему полуприцеп какой-нибудь такой старенький, что ли. Если кто-нибудь скинчик придумал на него с ржавчиной, вот мне кажется, было бы очень круто. Прямо вот было бы в цвет в мазь, как говорится. Тогда можно и на Россиюшку матушку его взять. А так, естественно, ХБС ведь не наш соотечественник, так сказать. Он, не знаю, кто он по нации, не суть. В общем, он не русский. И как бы он тут не будет изгаляться для нас. Вот.
А так график очень-очень-очень сильно классный. Ну что ж, мы опять о грузовике. Сколько нам ехать? Давайте вот немножечко про наш путь. Давайте посмотрим. 21 км. Опять же, я думаю, отделаемся одним видосом, кстати. А, ладно, не суть. Куда ведет, туда и ведет. Я поставил кратчайший маршрут. У нас горочка небольшая. Блин, как все классно сделано. Вообще супер. Даже не знаю, зашел вам прошлый видос по этой карте или нет, так как я вот, грубо говоря, отснял и смонтировал, попил чаечку и зашел обратно, чтобы еще один видос запилить. Так что, надеюсь, вы там проявили активность. И кто не смотрел, вот, пожалуйста, по аннотации смотрите. Опять же, время я не засек. Ну, примерно я представляю, сколько. Наверное, минуток 8-то мы с вами уже едем. Так, давайте. Да, ой. Блин, все путаю. У меня раньше просто на этой кнопке стоял круиз-контроль, а сейчас я сюда поставил питание. Вот, и немножечко путаюсь. Круиз у меня теперь на другой кнопочке стоит. Так, а ты не видишь, у нас здесь никакого СТО. Я вот не вижу. Продолжайте движение прямо. Принято. Ах, желтый, ладно, давай постоим. Давай заодно посмотрим, может, тут есть. Карту, кстати, могу показать, кто вдруг не видел. Вот она, карта. Вот такая, вот в масштабе 1:1. Так, вот здесь должен быть. Я уж сегодня здесь был, заезжал. Давай вот зарулим. Короче, зарулим в город. И... Продолжайте движение прямо. Хорошо, но у меня красный свет светофора. Google, пойми меня, пожалуйста, правильно. И поставим нормальный навигатор. А то тут маленький какой-то, что-то не видно, короче. А сисловский, он как бы большой. Мы его, грубо говоря, просто повернем. Вот. Вот и все. А, ну может, кому интересно, колеса. От 50 кеда я поставил. Покрышки, диски. Как-то так. Ну, нравятся мне они. Очень сильно нравятся. Потому что красиво. Естественно, ссылочки я все оставлю в описании. Прицеп этот идет вместе с дафом, то есть он идет вместе с дафом, и можете его просто закинуть в папку мод и поставить себе, не надо нигде отдельно качать. Уж не знаю, подходит ли к нему крона, которая была в прошлом видосе на мане. Может быть, подходит, может, какой-нибудь кракен можно запихать. Смотрите сами, кто как хочет, и пишите в комментарии, на чем вы ездите. И можете даже в группу мне прислать скриншоты своего грузовика с цепочки и так далее. Я буду только рад, очень рад всех там видеть. Вообще все красавцы, кто там что-то шлет, присылает скриншоты, фоточки. Вот байкер поехал. Тоже ссылочка на трафик от Джазикета будет в описании, естественно. Ну, звуки здесь огонь. Держитесь с левой стороны, затем поверните налево. А мы сейчас вот здесь пролетим. Так, это для нас светофоры. Я просто налево. В немецких ПДД вообще не бум-бум. Я и в российских-то плохо шарю. Ну, так, поверхностно. Потому что я сам в жизни не водитель пока что. Уже объяснял на стримах, почему. Через 200 метров поверните налево. Вот, ну, примерно картину-то представляю. Ну, немецкие... Налево. Немецкие правила, я думаю, не так уж сильно отличаются там от наших. Но все равно главное, так что нам по барабану вообще, кто там есть. Ну, прет неплохо пока, мне нравится. Не резко, я люблю, когда все плавненько. Конечно, не надо уж совсем усираться. У нас было на другом DAFI 241, по-моему, как-то был стрим. Я там конкретно заколебался, перематерился, переплевался, и больше я за его руль никогда в жизни не сяду, хотя салон неплохой, салон неплохой. В принципе-то и грузовик ничего, но
все-таки он немножечко не для меня. Так, какой резкий ты поворот тут. А с полуприцепом как-то мне даже кажется проще ездить. Блин, как долго мы едем до этой ремонта. Да, не предусмотрел я этой темы. Подумал, что можно и на видосе заехать. Опять же, лишняя трата времени. Оно нам надо, конечно, нет. Навигация возобновлена. Но я надеюсь... Так, давай сразу и починимся. Что-то у нас там вон уже это помялось где-то. Подрихтуем сейчас. Опа. Так. Вот. Так, нам надо, все, оплачиваем и быстренько едем. Время не ждет, время не ждет. Да, у нас подсветка красная в салоне, точно. Ладно, пускай будет. Так, ага, ага, все, я понял, услышал тебя. Блин, ну классный даф, он такой прям такой, он такой прет так. Знаешь, он такой никуда не торопится, ему ничего не надо вообще, он такой едет, он вообще бродяга сам по себе. Тупо клал на всех. Да, немножечко проблема в сисловском навигаторе, то что он сплющенный такой вот. Не люблю я это. Так, немножечко бордюр там цепанули, ладно. Стараемся так больше не делать. Несмотря на то, что у меня здоровый монитор 27-дюймовый, я все равно в зеркало хреново там вижу. Через 200 метров поверните направо. Окей, хотя и зрение у меня в порядке. В порядке. Нифига поверните ты, дядя, направо. Вообще габариты чувствуешь, красавой. Чё-то я больно резко в пол остановился. Не надо так, не надо так, дорогой, ты чё? Зрителей распугаешь. Через 200 метров поверните налево. Какие тут вообще развязки, туда-сюда, туда-сюда. Поверните налево. Так. Тут вообще 7 шасси, короче, можно выбрать под себя любое абсолютно, какое тебе нравится. Так, у меня что, ручник стоит? Нет. А чё я не могу? Во, поехали, поехали. Да, заскучал я по Евротраку, заскучал. Через 200 метров поверните направо. Поверните направо. Особенно когда у тебя руль, вот эта езда, она просто такой кайф доставляет на самом деле. Надо рассмотреть еще какие-нибудь двигатели, а что-то этот звук мне не очень. Он, конечно, хороший, но какой-то он глуховатый, не знаю. Или у меня слух говно. Ну, это само собой, слуха у меня нет. А вот звук не очень. Сорылы местные. Как-то немножечко я не понимаю, что за обороты вообще. Как бы привычка уже просто на звук все определять. Так, это у нас уже 12-я или 10-я передача. Давай посмотрим. О, 14-я. Неплохо, набираем. Сейчас мы, получается, едем обратно, как мы ехали. Конечно, можно было там свернуть в другую сторону от загрузки и ехать по другой дороге. Она вроде как короче, но я подумал, а черт его знает, что там, карта один к одному, а вдруг здесь какой-нибудь немецкий гоба, блин, там мне взял, все перекрыл. И что я буду делать в таком случае? Несы, несы, едь, беленький, кто ты? Ауди. Так что думаю, нафиг, пойдем пока так. 52 FPS.
Немножечко я графику еще поднакрутил, все-таки профиль новый, и немножечко настроечки надо вот покрутить под себя. Пока вроде нормально, не знаю, на записи может быть и подтормаживает, но если что, исправимся в следующем видосе. Так, мы с превышением опять идем, он у нас ругается, зараза. Так, опять я перепутал, пацаны, круиз. Нормально, нагоним пока. И вот так, оп. Загорелась лампочка. Даже ручка КПП, блин, вообще класс. Вот примерно так у меня в реале сделано. То есть спереди кнопка и сбоку кнопка. И вот, удобственно, скажу я вам, удобственно. И реализма, естественно, добавляет. Ну, сейчас народ, как бы, все меньше и меньше любителей на ручке гонять все на автомате. Так удобнее, якобы. Ну, я любитель ручки. Автомате, конечно, тоже иногда катаюсь. Но реже, реже, потому что в Евротраке автомат, ну, я вам скажу, так себе. Это лично мое, опять же, мнение. Я считаю так, единственный нормальный автомат в Рено Магнум, потому что там вот реально дал газ, и он поехал, и все. А в КамАЗе 5490 Нео, который у нас на юге, там вот именно робот тупит. Так что там это нормально, то, что автомат так подтупливает, это естественно для КамАЗа. Ну, давайте о КамАЗах сегодня не будем, а будем сегодня о Германии. Леса вокруг, собственно, как в России все, елочки, сосенки. Елочки, сосенки. Какая-то трасса у нас написана, 81 вроде. Вроде, да, давай посмотрим, что 81. Вообще, я имею очень малое представление о Германии, так что я даже как бы не силен вам провести экскурсию, что здесь к чему. Просто мне вот интересно поездить по Германии в масштабе один к одному. Если бы была карта, не знаю, какой-нибудь Финляндии, допустим, один к одному, или же там какой-нибудь Швеции, я бы тоже бы поехал. Так что тут как бы мне без разницы. Просто вот интересно посмотреть, что здесь, что-то новое открыть для себя, потому что Русмапы, Юги, вот это уже вот поперек, не то что поперек горла, уже вот выше крыши вот этого наезжено, накатано, так что будем что-то смотреть новенькое. Будем что-то смотреть новенькое. Вот так. Па-па-пара-па-па-пам. А нам куда? А черт его знает. Ну, звуки тут, конечно, свои, да. Сразу слышно отличие, даже я как бы не особый дрочер на звуки. Но все равно это его играет роль определенную, добавляет атмосферы. И так что, хочешь не хочешь, а звуки хочется слышать классные. Ну, а так, когда звуки отличаются от дефолта, это уже приятно. Есть, конечно, говно звуки, но эти вот более-менее мне пока кайф. Если вот еще поменяем движок, может, там звуки будут получше. И вот, что двигателя здесь свои. Там есть DAF WS242, IT Евро 1 и WS268. Вот. И 295, и, по-моему, еще какой-то, то ли 310, то ли 315 евро второй получается. Вот. Ага. Так, а мы, получается, давай, Google, не дремли, говори что-нибудь, базарь со мной, то я без стрима что-то не привык Евротрак играть, не с кем поговорить. Поэтому ведем монолог. На развилке держитесь левой стороны. Да моя ж ты хорошая.
Спасибо. Можно на следующий видос, если он будет, потому что я думаю, вот запишу этот и может быть еще один. И пока что хватит Германии, и буду я постепенно в июле месяце это все выкладывать. Вот в начале июля выложу первый видос. И вот этот видос, не знаю, когда выложу, но выложу тоже в июле. И там уже буду смотреть на вашу активность. Будете смотреть, буду делать, не будете, ну и не буду, буду стримить просто, значит. Вот, так что в ваших интересах. Но стримы-то будут, все равно, я уже повторяю который раз, стримы будут, будут обязательно. По старой схеме все. Вот. По коробкам, значит, у нас здесь есть ZF-ка 16 ступней. И больше я не помню. Честно, не помню. Вот помню, что есть ZF-ка 16 ступней. Они, по-моему, все здесь 16 ступней. Так, а вот тут, наверное, направо. А нам можно здесь направо? Google, как тебя называть-то, я даже не знаю. Просто Google так и называть. Та-та-та-та-та-та-та, ничего я не успел разглядеть. Вот так по кайфу на самом деле ехать на круизе. В этом грузовике, не знаю, есть он или нет, да может быть и есть, он что-то сет, не знаю. Пишите, кто знает, есть здесь круиз-контроль или нет. У меня лично вот есть, поставил, еду, кайфую себе. Тоже грузовик-то из эпохи тех времен. Ну вот нравятся они мне, ну классные же машины, вообще огонь. Реально, вы посмотрите, просто вот, блин, красота в деталях. Больше мне нравится, чем какие-нибудь маны евро шестые там. Ну хотя бы евро шестых еще в салончик-то ничего, именно у мастеровских. Про дефолт помолчим. Про дефолт просто вот помолчим пока, да. Нормально, нормально, дефолт. Все. У нас дорогу ремонтируют, так, на полосу-то держать. Так, ну-ка давай смотри, куда. У нас Франкенбах. Что нам еще прямо, вон у нас уже виднеется что-то. Но это фэк, скорее всего. Это тоже автобус проехал, это тоже мод получается. Мод на трафик. На трафиковые автобусы от Jazzic. Это тоже ссылочка, все в описании. Все в описании, пожалуйста, качаем, пользуемся. Не благодарим. На тачке трафик не стал ставить, потому что я не знал даже, может здесь FPS просадки будут. Но вот сейчас стабильно 60 держится. А по загруженности я ничего не менял, то есть дефолт. То есть дефолт стоит. Ну вообще поглядим, будут какие-то просадки, не будут. Если будут, не буду ничего ставить. Если не будут, поставлю зикетовский трафик, потому что он меня в принципе устраивает. Вообще он хороший трафик у него. Продолжайте движение прямо. Чтоб всякие пехи катались, там, Ауди, Мерсы, чтоб, ну, все как в Германии было настоящее. Вот сейчас вроде что-то объекты появились, да, стал FPS падать немножечко. Вот до 30 была просадка. Так, давайте. Сверните на съезд направо. Сворачивать. Это, по-моему, даже тормозит он здесь легче. Отзывчивые какие-то тормоза. Вот я чуть-чуть нажимаю, чуть-чуть тормозит. Блин, да все как я люблю. Была мысль продолжить рейсы на том же Мане, но думаю, надо разнообразие какое-то. Если бы стримы были, я бы парочку, троечку стримов на этом Дафе проехал. А на следующий даже не знаю, что взять. Даже подумываю взять Дафа, только уже не с БДФ прицепом. Так, ну здесь все прямо. Ну да, в принципе, по цены можно без навигации гонять. Прямо. Я понял. Можно без навигации гонять. Что знаки все видно. Если ты не гонишь, конечно, 150 на евро 6 мане, то ты все увидишь и все поймешь. Все-таки масштаб один к одному, и города так быстро не проносятся, как
в любом другом масштабе. Тем более на таком траке, вот на старом, ездить, как я люблю. Вот тут вполне будешь себя чувствовать. На развилке держитесь правой стороны. Затем поверните направо. Я понял. Будешь себя чувствовать вообще нормально. Ну, ради эксперимента... Google, EBC. Ради эксперимента как-нибудь можно будет попробовать выключить. Вообще убрать навигатор. Вот на таком, например, старом тикаче, когда вот этот. Либо еще какой-нибудь там, не знаю, СИСУ, не СИСУ, что-то такое. Где навигатор вообще, в принципе, не предусмотрен. Вот. Продолжайте движение прямо. Окей. Можно вообще навигатор убрать и ехать чисто по Алисе, ну, точнее, по голосовому навигатору, смотря на знаки. Попробовать можно, но не на запись, хотя можно и на запись. А можно и на стриме. Продолжайте движение прямо. Опять же, мои мечты, как бы никто не подумал, что я это все реально буду делать. Так, все, давай, хорош наштрафовать. Вот даже не рассматриваю еще ничего, я люблю вот рассматривать, сидеть, могу вот так просто, вот так вот. Залипнуть, смотреть, вот грузовик собирать, разбирать его, там все ставить, снимать. Тут даже есть шасси под не габариты, как я понял, потому что там сколько на сколько оно получается? Черт, 6 на 4, 6 на 4 оно, и там еще сзади за кабиной такая пандура стоит. Вот, так что можно даже не габариты на нем таскать, и даже есть раскраска не габариты. Ух, какая яхта! Как, смотрите, как красиво пароходы, яхты, блин, кайф, 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 кайф. Тихо, 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 тихо. Черт. Менты сзади крепят. Как это? Негоже, чтоб немцы русского-то крепили. Там опять дырки были. Ну, косячки есть, косячки есть. Видно, что есть. Надеюсь, автор поправит их. Все-таки такой масштаб. Косяки есть везде, ребята. Че греха таить? Ну, везде есть косяки. Тот, кто не делает без косяков... Значит, тот, кто делает без косяков, тот, я не знаю, не человек, не живой человек, робот. Робот, реально робот. Такие улочки, конечно. Как-то вот в этом месте, не знаю, слева так вообще как-то все стрёмно на самом деле. Но справа все красиво, слева так себе. Ну, тут уж, конечно, детально все прорабатывать, прям вот, чтобы, знаешь, вот где-то там, вот, чтобы травушка не торчала, например, там. Пешехода, кстати, нет. Вот сюда пешеходов бы добавить, это бы сразу добавило реализма. Ну, что, мы почти приехали с вами. Видос где-то, наверное, минут 30, опять же, идет. Я думаю, в формате вот 30-40 минут будет самое то. Так, автосалон открыли. Я все автосалоны открыл перед видосом. Решил, что надо, потому что потом придется искать. А так уже раз и не придется искать. Мне интересно, какие планы у автора? Вот сейчас здесь просто сделан один из районов Германии. Прошу прощения, опять что-то у меня с речью. Один из районов Германии. Будет ли он строить полностью Германию? Наверное, все-таки будет.
Но опять же, вот видишь, косяки, да, вот это надо на поправлять. На перекрестке с круговым движением сверните на второй выезд. Не надо сверните это так оставлять на самом деле. А, у нас еще и на прицепе поворотная ось, да? Блин, а я ж тогда не запаркуюсь, если это так. А с внешки звук красивый. Звук реально с внешки лучше, чем в салоне. Да, у нас поворотная ось сзади. Стопора нету. Про какую-то я команду слышал. Что можно команду ввести, и у тебя застопорится вот эта ось поворотная. Но также слух ходит, что ее вырубили в этой версии. Насчет 1.30 интересно узнать, там работает она или нет. Надо как-то мне будет погуглить, поискать эту команду. Потому что в 1.30 тоже через была такая проблема, она не фаза. Кто помнит мои старые-старые стримы на КамАЗе, Была такая проблема, кто помнит. Поверните налево. Приехали. Ранкенбах, да, это наша, наш город. Менты так и ехали за нами. Да, ребят, я не запаркуюсь тогда. Ну, я надеюсь, можно будет запарковаться без ручной, так сказать, разгрузки с автоматической. Давай посмотрим, потому что мне не заехать, серьезно. Я просто, вы я переплююсь. К месту назначения. Я только переплююсь, и этого на видео, ну, никак не надо. Так. Не понял сейчас. Не туда заехал, чешо. Точно. О, и мне теперь назад надо сдавать. Вот то, чего я боялся. Заднее. Ну давай попробуем, не знаю. Может, что и поправим. Кабину не стал низкую делать. В этот раз решил сделать среднюю. Да, у нас сразу заламывает. Я понял тебя. Окей. Будем изгаляться как змей. Так, дадут ли нам здесь изгаляться как змей? Ага, нифига. Ну что ж, прощай, резина. Бляха-муха. Да, нормально, сможем. Конечно, в этом плане поворотная ось-то решает. Что ты можешь просто взять так и развернуться на полуприцепе. Ну, я могу, конечно. Но могут не все. Кличко опять начинается. Так, сюда или не сюда? Вроде сюда. Давай потихоньку. Благо, ворота здоровые тут. Можно на негабарите заползти. Вот опять я не подрасчитал. Ну, как и написано, да, узкие улочки. Да ладно, там сетка. Ну, что будет, господи? Пара царапин каких-то. Ну, даже зеркало не задел. О, начинается в колхозе утро. Ну, вот. Хотя бы так, конечно. А, смотри, нет, так можно сделать. Так можно, ребят, так можно. Вот это, конечно, хорошо. Но опять же, я очкую, что мне придется здесь задом сдавать. Придется задом сдавать. А я задом сдавать не хочу. Давай. О, все. Блин, ну давай, чуть-чуть, ладно, чуть-чуть не заломает, да? О, красота. Ну, вроде влезли, смотри, вроде нормально, давай, сдавайся. Сдавайся, так, окей.
Ну что ж, господа, всех благодарю за просмотр. Пока что мне нравится. Сейчас посмотрю, буду, не буду дальше снимать. Пишите в комментарии, как вам сцепочка, как вам такой дафик, как вам карта. Нравится, не нравится. Я буду все тогда заканчивать на этом. Всем большое спасибо за просмотр. Вступайте в группу мою ВКонтакте. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Все, всем большой удачи, всем счастливо и покеда.